сотен метров отделяют команду КАМАЗ «Мастер» от победы. Провал на чемпионате – это больше, чем провал. Команда стареет. Мы проанализировали показатели последних гонок. Было принято решение изменить составы всех экипажей. Я думаю, скоро объявят конкурс на новый пилот. Готов занять боевой пост за рулем. Ты проехал мимо экипажа, который попал в аварию. Давайте найдем их. Ну, добро пожаловать. Ну, если мы шелковый путь поговорим, нужна гарантированная победа. Многосерийная спортивная драма строится вокруг истории бывшего пилота-чемпиона, который после 12-летнего перерыва хочет вернуться в когда-то родную команду. Но ни руководство, ни пилоты не горят желанием его видеть. А тут еще бывшая жена добивается места штурмана и намерена стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Зрителям это дает возможность увидеть обычно скрытую от посторонних глаз жизнь команды. Во всяком случае, получить о ней представление точно. Хочу ездить за вас на шелковом пути. Я не могу взять команду. Потому что я женщина, да? А еще и двукратная чемпионка России в гонках на баке. Может, хватит над девушкой-то издеваться? Здесь нет девушек, здесь спортсмены. Мы защищаем цвета самой титулованной команды в ралли-рейдах и обязаны держать уровень. Сейчас наши соперники думают, что команда КамАЗ-мастер слаба как никогда, и это их шанс. Итак, первый экипаж. Классно, но мне бы в руль хотелось. Нам нормального мужика хотелось в экипаж. Мне бы тоже. Ты мне слово дал. Прости, но это моя жизнь. Потом переедем, я тебе обещаю. У нас спонсоры отваливаются. Нужна гарантированная победа. Я на этом не поеду. Давай, Серега, давай. Ну подумаешь, вторым пришел. Работай, Жень. Но за сыном тоже присматривать надо. Ты решил, что Леша твой сын? Леша! Леша пропал! Мама, не надо! Эй! Мы по отдельности с тобой, правда, профи. А вот вместе... Не знал, что мисс Вселенная живет у нас. Нам же было так хорошо. Почему стало плохо? Я хочу, чтобы мы подали документы на развод по взаимному согласию. Если выиграю, есть шанс тебя поцеловать? Ты выиграй сначала. У меня спонсор призовые дает за победу. Ты где так научилась? Замужем.